Приветствую вас на канале Инфобум. Здесь рассказывают интересное обо всем. Приятного вам просмотра. Марат Башаров впервые решил высказаться по поводу слухов о его отношениях с бывшими супругами. В эфире программы «Судьба человека» он попытался оправдаться за рукоприкладство. Артист вспомнил, как начинались отношения со второй женой Екатериной Архаровой. Девушка написала ему в одной из соцсетей и попросилась на спектакль. Звезда согласилась, а потом провела красавицу в гримерку. На следующий день Марат Башаров сделал ей предложение. Актер рассказал, что Екатерина тоже любила выпить и порой вела себя неадекватно. Он периодически просил родственников забрать женщину, когда та находилась в измененном состоянии. Борис Корчевников спросил, как Марат Башаров смотрел в глаза матери и отцу жены, когда выяснилось, что он ее избил. «Я позвонил ее родителям, попросил приехать и забрать свою дочь в таком состоянии, в каком она находилась», — отметил актер, вспомнив события того рокового дня. Екатерина приехала домой пьяной, и муж попросил ее покинуть помещение. Марат Башаров выставил супругу на улицу, чтобы та остыла, но она разбила стеклянную дверь, порезала руки и продолжала кричать на него. «Я позвонил ее родителям, дал ей затрещину хорошую. И вот то, что жестоко избивать. Потому что иначе угомонить было невозможно. Я дал ей хорошую такую затрещину», — рассказал Марат Башаров. После случившегося он поехал на съемки программы в театр эстрады, а потом начался феерический финал любви, который видела вся страна. «Но я не обижаюсь, Кать», — добавил актер. По его словам, у каждого своя правда. Мужчина признался, что третья супруга Елизавета тоже попала под горячую руку. «Была ссора. Мы возвращались от наших друзей, поссорились в лифте. Ссора привела к тому, что этим же вечером Лиза уехала к маме. Все, на следующий день уже заголовки и так далее», — рассказал Башаров в эфире. «То есть вы не били, была просто ссора?» — уточнил Корчевников. «Нет, ну как не бил? Ударил, конечно», — сказал актер. Он сожалеет, что все так вышло. Знаменитость мечтает вернуть третью жену и хочет, чтобы они снова стали семьей. Башаров обратился к мужчинам. «Если ты чувствуешь в себе эту агрессию, пей один. Зачем ты заставляешь провоцировать себя тех людей, которые находятся с тобой рядом? Твою жену, которая в этот момент, пусть она даже выпивает с тобой. Зачем ты заставляешь ее спровоцировать тебя? Лучше уйди. Уйди в другую комнату, в другой город, улети в другую страну, на другую планету. К большому сожалению, я только сейчас это понял», — заявил артист. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.